У детей мигрантов будут снимать отпечатки пальцев. Федеральная миграционная служба России планирует снимать отпечатки пальцев у детей иностранцев, начиная с 6 лет. Данные дактилоскопии при этом будут храниться в архивах до тех пор, пока потомку мигранта не исполнится 100 лет. Снимать отпечатки пальцев будут в добровольно-принудительном порядке, как бесплатно, так и на коммерческой основе. Соответствующий законопроект уже размещен на официальном сайте подготовки правовых актов.